Привет, коты. Небольшая добавка. Проведу ролик. Это палтус. 600 рублей 400 грамм. То есть получается 1500 килограмм. Называется стейк. Здесь, в общем-то, претензий нету. По вкусу хороший. Единственное, видите, кожа ничего полезного в коже я не вижу, рыбной. Да, ее можно съесть, и кость, естественно, вот здесь вот посередине кость, она небольшая, да, легко вынимается. Но все-таки есть. Ну да, это не написано, что филе. Стейк, да. Но при цене такой вполне могли бы и вынуть эту кость, и кожу убрать. Кожу. Рыба жирная. Ну, для любителя, кому палтус нравится, по мне вкус нормальный. Но, естественно, рыбу я редко ем, в основном сосиски, которые 100-150 рублей стоят, 500 грамм, ну и 450, сейчас упаковки дебильные, 450-430 грамм. Ну, сосиски, конечно, даже если хорошие, туда наваливают не пойми чего. Так, что еще показать? Рыба не развалилась, вот структура нормально держится. То есть вполне, конечно, можно покупать, но цена соответствующая у рыбы. Примерно столько стоят и форели, там тоже, хотя может даже подешевле, около 1000 можно найти. Так что вот здесь для примера я еще банка шпроты, барс это считается хороший завод. Здесь консервы хорошие, головы нету, кишок я особо не чувствовал, но небольшая горечь есть, хвосты есть, а потроха я даже не могу, внимательно не смотрел. Наверное, все-таки да, не разделанная, она пишется высший сорт, видите, но если вот, не знаю, голову отрезать, это же не разделанное. А, вот видите, обезглавленный, да, но не разделанный. Значит, потроха все-таки остаются, они горчат. Хорошие консервы, стоит такая рублей 80, может быть, уже под 100 рублей. Но если сравнить, вот прям консервы съесть и тут же рыбу обычную просто, то в консервах есть привкус такой, консервант какой-то. То есть консервы все-таки, я думаю, вредновастые. Но это еще хорошие консервы. Практически, наверное, одни из лучших. Вот, они дорого стоят. Ну и тоже не особо часто я такие покупаю. Тут же эта банка-то небольшая. Это же банка, вот посмотрите. Блин, они все время прячут этот вес, потому что не могу найти. А, вот. Сейчас. Искал, сколько рыбы. Я думал 100 грамм. Они написали 112 грамм. Они прям за 112, они прям знают так точно. Ну, хвосты еще выкиньте. 100 грамм и получится, как я и подумал. Ну, 100 грамм, 100 рублей. Вот так вот получается.
Такие чешки практически, ну, 1000, а вот рыбу можно купить от 1000, ну, не консервирую. Ну, понятно, что консервы хранятся, это не хранится, ну, замороженное хранится. Вот так даже рыбу от 500 рублей можно, ну, тушка вот это не филе, конечно, а тушка нормальной рыбы, какой-нибудь форели, наверное, можно за 500-600 рублей найти. Замороженной, конечно. Ну, которая типа, ну, как, блин, не филе, а как, которая продается в развес, она же тоже размороженная. Ее же не поймали сразу. Если продается ее, она замороженная, ее разморозили, и вот нарезают. Свежие эти какие-то карпы плавали. Но я не покупал этих карпов. Карпы раков мелких продают. Так, тут, ну, тоже, естественно, я не покупал этих раков. А сейчас я даже не знаю, продают, не продают. Сейчас уже как-то перестал смотреть. Так. Хотя этот карп вроде недорого стоил, что-то там 300-500 рублей. Разок можно было бы попробовать этого карпа. Правда, он живой еще. Его прибивать, что ли, надо. Так, ну это все. Пока. До следующего ролика стрима. Есть что у меня снять. Стримы по игре будут, конечно. Вот, YouTube помойка. Бесполезная помойка. Так, а что это изображено? Это помидорки какие-то, что ли? Что-то красное. Ну, это уже даже, я уже сотни раз повторял. YouTube разгонял чумкобесие, блокировал людей, которые не хотели поддаваться чумкобесию. В общем, себя нехорошо ведет. Ну да ладно. Потом еще расскажу. Все, всем пока.